Всем доброго времени суток, с вами снова Эллисон Роуз. Мы продолжаем мою рубрику Let's Die, и сегодня я играю в Hitman Codename 47. А почему все-таки это относится к рубрике Let's Die, а не обычный Let's Play? Потому что играть я буду на самом последнем уровне сложности, и буду играть до момента, пока у меня не бомбанет, в общем, пока не будет настолько сложно, что сил не останется. В общем, я уже пробовала поиграть, потому что хотела проверить, что там, да как там, поэтому, естественно, сделаю новый аккаунт. Сейчас, минутку. Вот так будет очень модно и пафосно называться. Да-да-да. В общем-то, мы с вами, я думаю, готовы ко всему. Конечно, я не рассчитываю на то, что это будет весело. Проснись, мой друг. Новый день настал, и тебя ждут дела. Я буду твоим наставником, а ты будешь моим учеником. Всегда помни, я не просто твой видонаставник. Думай да, о мне, как о человеке, которому ты доверяешь больше всего. Навыки, которые ты приобретешь, будут не только полезны, но и жизненно необходимы для выполнения задач, которые я выбрал для тебя. Понимаешь, ты прошел тщательный отбор. Ты очень важен для меня. Ну что ж, давайте начнем. Ты быстро учишься, мой друг. Я знал, что так и будет. Меня учат как бы ходить заново и все остальное. Я соткана из лучшей ДНК, можно сказать и так. Ладно, я, честно говоря, мало себе представляю на сложном уровне сложности эту игру. Только чуть меня уносит куда-то сумасшедшая камера. О боже мой, вы видите, что происходит? Тихо, аккуратно. Целимся прямо на лестницу. И не путаемся больше, а то, знаете ли... Кажется, это все только кажется, что так легко. На самом деле, поверьте мне, тут все гораздо сложнее. Что хорошо? Я сама ничего не делала, он сам перепрыгнул. То есть это как бы я за эти действия не отвечаю. Вот в Хитмана я, конечно, играла, но точно помню, что было неоправданно сложно. Поэтому мало себе представляю, что сейчас будет. У тебя хорошо получается. Теперь иди к Лишу и займемся следующим уроком. Подвал 3. Это мы помним. Я помню, в принципе, что в игре особо никакого такого сюжета и нету. Тут в основном мы только убиваем всех, разжигаем войны. В общем, делаем грязную работку. По ходу дела, конечно, буду вспоминать, но 2001 год... Китаец, как его пройти? Да-да-да. Так, ну подберем, естественно, ножик. Японский нож Оябун. Так. Лучший выбор для пикника. Оябун, простите, удобный, ладно. Шумный. Он идеален, если хочешь избежать лишней суматохи. А, это, простите, это не спина, и я тут мальца попутала. В общем, меня как-то странно калашматит во все стороны, но ничего. Давай. Неплохо. Ты скоро научишься. Хорошо. Убьем. Всех, кто нам будет мешать. Самые первые охранники для меня были, кстати говоря, проблемой. Особенно, когда я пыталась вот вспомнить, что это как делать, давай, потому что... Остерегайся отдачи. Сам понимаешь, это же не игрушка. Да знаю, отдача, отдача. Так вот, было очень печально, потому что я не смогла, в общем-то, адекватно пройти самое начало. Такие пирожки. Так. Ну, в принципе, я не знаю, куда я стреляю. Прицел в одном месте, ничего не двигается. Но давайте посмотрим. Ну, хреново, в общем-то, стреляет пистолет довольно-таки кривовато, как вы видите, поэтому все-таки нужно какое-то другое оружие. Мне всегда нравился дробовик, потому что дробовик, у него все всегда летит в цель. Единственная только проблема здесь в том, что... Теперь найди свой путь в этом городе. Красные парни плохие. Хорошо, хорошо. Проблема единственная только в том, что дробовик не стреляет как надо. То есть он... Тебя надо стрелять, вы поняли. Вот, дробовик просто делает все неправильно и стреляет только по одной траектории, и это очень плохо. Не знаю, надо по нему стрелять или нет. Так. Привет, враг. Да. Ну ладно, в общем, мы, похоже, мальца завалили. Начальное задание, сейчас будет весело, потому что сейчас, по-моему... А, нет, не сейчас еще. Скоро будут первые враги. Не знаю, как будет вести себя игра на таком уровне сложности, как у меня сейчас. Но очень надеюсь, что не будет сильно кусаться. Будем с вами по миссиям, я думаю, проходить. Вот дробовик. Собственно, я его и возьму. Хорошо.
В общем, мы подберем все. Давайте, да? Монте-Карло как раз оснащена таким. Здесь единственное, что, знаете, вот хорошо в Хитмане то, что ты вот шмальнешь дробовиком в чувака, который находится прямо перед тобой, а охранник, который буквально через стену, ничего не заметит. Мы стрелять не будем, давайте сразу пойдем и вынесем всех охранников, которые нам здесь мешают. Вот, поэтому мы сейчас, наверное, дробовиком сделаем все самое важное. Тут тоже, естественно, надо переодеваться. Ну, в общем, все как в Хитмане. Но это вам не пакостно, Hitman Absolution. Я, конечно, не буду бугуртить на эту тему, уже надоело. И спорить с вами, и все остальное, но... Так. Так, вот видите, да, сложность. На любой сложности, кроме сложной, сам последний, он улетает вообще фиг знает куда. Поэтому... Тут, как вы видите, так, ну оружие мы давайте-ка уберем. Так, как бы я уже забыла, как убрать оружие. А то сейчас нас как-то спалят, знаете, в медицинской форме с дробовиком, мальца ненормально. Так, спрятать оружие R. Шикарно, убираем. Ну, вообще-то я, конечно, не это имела в виду. Я имела в виду... А, ну, вообще, да, куда можно спрятать гигантский дробовик? Привет, открой мне, пожалуйста, дверь. Дело в том, что я твой друг... Ничего, что я не мальца полысела и не похож на твоего друга, но тебе, похоже, похрену абсолютно, да? Привет, чувак. Ты не обращай на меня внимания, ладно? Я тут, на самом деле, проездом. Скоро уйду. До свидания, товарищ. Прятать мы тело, естественно, не будем. Так. Ага. Все, уходим. Потихоньку... Чуть-чуть сваливаем. Голова как и гигантская, да, была у Хитмана. Будем по миссиям выкладывать. Интересно, я говорил уже это или нет, но не знаю. Ну что, мой лысый друг? Ну все мы сделали, естественно, правильно. Это и был его план, это было мое испытание. Триады начинают войну. А точнее, мы начинаем войну между триадами, потому что мы, как маленькие пакостники, сделаем все сейчас вот он, неправильно. Гонконг. Говорят, да, сделаем все позже. О, нет, нет, не надо уже игра. Потому что я хочу все-таки сейчас выйти из игры. Там уже мы разберемся. Довольно сложное задание. Я, конечно, все поняла, но я сейчас играть не буду. Увидимся в следующий раз, когда я буду пробовать уже и проверять свои силы. Честно говоря, уже очень сыкотно, потому что там буквально, наверное, 2-3 патрона и все. Я буду мертва, так что придется стелсить, потому что других вариантов у меня не останется. В итоге мы вроде справились нормально, но как-то страшно все равно. Сейчас будет уровень, где неплохо иметь снайперскую винтовку, вот только у меня ее нету. Я не знаю, как буду, конечно, проходить вторую миссию, но надеюсь, все будет хорошо, так что увидимся в следующий раз. Всем спасибо за внимание, до свидания.